Встреча представителя городского совета депутатов Константина Негурицы с жителями прошла во дворе дома номер 27 по улице Валовой. У горожан накопилось много вопросов. Обсуждали не только проблемы конкретного двора, но и округа в целом. Главная тема – проблемы вывоза мусора. Сейчас передает, лето будет, бояться, как бы не повторилось лето 2010 года. То есть температура будет превышать 34 градуса. И если будут лежать эти мешки с мусором, извините меня. Хорошо, мешки. Нас ждет что? Повальная эпидемия. На совете депутатов будет этот вопрос на ближайшем обсуждаться. Я все-таки надеюсь, что региональные власти примут необходимые решения для того, чтобы эту ситуацию наладить. Сейчас она уже стала получше. Но системного такого решения этой проблемы на данный момент я не вижу, поэтому продолжаем этим вопросом заниматься. Обсуждались предстоящие выборы в Совет Сергиева Посадского городского округа и полномочия будущих депутатов, проблемы с пешеходным переходом и продолжение благоустройства детской площадки. И, конечно, нет предела совершенству, и можно постоянно говорить о том, что вот это бы еще сделать, но мы всегда говорим дальше, мы сделали у вас, идем дальше, нам еще во многих местах делать. Поэтому локальные просьбы мы, конечно, будем учитывать, и они планируются. Я сейчас не готов по этому двору. Просто я помню, здесь про теннисный стол мы эту тему планировали. Да? Но опять же, все-таки мы больше понимаем, что у нас сейчас идет программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Этот двор уже в ней был, и сейчас мы идем по другим дворам, где ситуация гораздо хуже, и нам надо там работать. Все вопросы и жалобы жителей были выслушаны и взяты на контроль. Это не последняя подобная встреча, они будут продолжаться по мере необходимости. Алена Ромашкина, Антон Коврижных, программа «События».